На железнодорожной платформе «Гагаринская» сотрудники администрации округа совместно с представителями пассажирской инспекции и РЖД провели профилактический рейд по соблюдению правил безопасности на транспорте. Место выбрано не случайно. 21 июля в 7 часу вечера здесь случилась трагедия. Под колесами электрички при переходе через железнодорожные пути погиб подросток. Ученик 11 школы, 2007 года рождения. Сошел с электрички, приехав из Москвы, через пешеходный переход, переходя, не убедился, что идет со стороны области электричка, и был ею смертельно травмирован. Машинист подавал звуковые сигналы ему, ну, почему-то он не посмотрел. Очевидцы говорят, что он был увлечен своим телефоном. Смерть школьника из-за элементарной невнимательности – это трагический случай, который должен стать еще одним серьезным предостережением всем тем, кто пренебрегает правилами безопасности на транспорте. Когда мы снимали этот репортаж, прямо на виду у всех люди спрыгивали с платформы и шли по железнодорожным путям, чего делать категорически нельзя. В ходе рейда его участники провели профилактические беседы с пассажирами. Большинство, по их словам, понимают, что на железной дороге надо быть предельно осторожными. Надо внимательнее быть всем, переходы соблюдать все. По словам проверяющих, администрация округа обратилась к руководству РЖД с требованием установить на станции «Гагаринская» звуковые сигналы о приближении поездов. Однако любые подобные меры не дадут результата в случае, если пассажиры сами не будут заботиться о своей безопасности. Любой человек должен сам в первую очередь заботиться, что я живу одну жизнь, и я должен о ней подумать. То есть, переходя в любое место, дорогу, там железную дорогу, даже выходя из дома, он уже должен думать, что меня везде подстерегает опасность, и человек должен задумываться об этом. В листовках, которые раздавали пассажирам участники рейда, написано, что каждый третий погибший на железнодорожных путях оказывается в этой трагической ситуации исключительно из-за собственной невнимательности. Ведь поезд остановить мгновенно невозможно. Андрей Цыганович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.